Шопинг по выгодному курсу. Падение евро привлекло в Европу американских туристов. Они ловят момент, и сейчас поездки в европейские страны стали куда более выгодными из-за того, что уравнялся курс евро и доллара. Купить новые коллекции одежды и обуви в брендовых магазинах теперь удается на несколько тысяч долларов дешевле. Сколько продлится такая ситуация на рынке валют? Прогнозы в следующем материале. Впервые за 20 лет 1 евро почти равен 1 доллару. Это обрадовало путешественников из США, которые приехали в Европу. Я очень рада, что наш американский доллар так силен. Я была в Милане в прошлом месяце, и такого не было. Так что эта ситуация побуждает меня совершать больше покупок. Сьюзан в Париже. Она планирует совершить шопинг в модных бутиках. Сейчас купить, к примеру, сумку от бренда Шанель можно на 1000 долларов дешевле. Поскольку евро и доллар примерно одинаковые, это определенно побуждает нас тратить деньги. Как будто здесь товары продаются со скидкой, поэтому у нас нет проблем с покупками. А вот для европейских туристов в США ситуация зеркальна. Для глобального тура мы планировали потратить что-то вроде 10 тысяч евро. 2 тысячи евро на поездку, 3 тысячи евро на отель и 5 тысяч евро на дополнительное посещение. Пропуск в Нью-Йорк, Эмпайр, Стейт Билдинг и все. И я думаю, что сейчас тур нам обойдется в 12,5-13 тысяч евро. Так что это действительно дороже, чем ожидалось. Падение европейской валюты – результат многих факторов. На курс повлияла война в Украине, нарастание энергетического кризиса из-за сокращения поставок газа из России, рост спроса на доллар и высокая инфляция в еврозоне. В Соединенных Штатах наблюдается серьезная инфляция, но и здесь, в Европе, сильная инфляция. Мое личное наблюдение за люксовыми брендами заключается в том, что цены на эти товары, как правило, не отличаются в разных странах. Так существенно, как можно было бы ожидать. Еще один момент, который американцы должны учитывать, если они рассчитывают на выгодные сделки в Европе, заключается в том, что в Европе в целом гораздо более высокие налоги на добавленную стоимость, чем в США. Теперь, с учетом сказанного, американцы, которые делают покупки здесь, часто могут получить налог на добавленную стоимость. Точную дату, когда евро начнет расти и укрепляться, финансисты не называют. Зависит ситуация от того, когда темпы инфляции и в США, и в Европе стабилизируются.